Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мой музей». На самом деле я хотел выпустить серию по черепашкам-ниндзя легенды, но, к сожалению, получилось так, что я забыл поставить на запись, и она у меня не записалась. Поэтому сегодня играем в «Мой музей». Так, ну что, друзья мои, я накопил 16 тысяч, помимо этого я немножечко подкачался и купил себе вот этого вот робота. На самом деле, мне кажется, что он просто бесполезный. Во-первых, он очень медленно передвигается, а во-вторых, он тупит. Серьезно говорю, он тупит. Так, ну что, нам с тобой нужно вот этого динозавра дораскопать. Поэтому, пожалуй-ка, и приступим. Так, окей. 1200 мы с тобой тратим и идем на раскопки. Опять меня будут сейчас запарывать, да, все? Ух ты, нашел, ребята, это, по-моему... А, я думал, что это череп. Нет, это обычные ребра. Так, секундочку. Один из подписчиков сказал: Рэй, я эту игру прошел за один день. Вот и я хочу попробовать, ребят, сегодня как можно побольше пройти. Так, мы нашли с тобой новую деталь. И еще одну новую. Лапу это, да? Это лапа, это ребра. Ну что же, вот так мы установили. 38% у нас уже. И мы с тобой отправляемся дальше на поиски. Как ты видишь, у меня уже 30 попыток покопать, что очень упрощает мне поиски. Так, давай посмотрим. Пока я ничего здесь не вижу, к сожалению. Опа, нашел новую кость. И вот здесь вот, да, ребята, это, по-моему, то ли позвоночник, то ли хвост, но это у нас новые... А, это у нас было. Значит, только лишь одна новая деталь. Это у нас, оказывается, была бедренная кость. 42%. Ну, мы с тобой дальше идем искать. Динозаврика этого тяжело собрать нам, потому что это ранг серебряный. Так, а вот это, по-моему, новенькое. Такого не было. Судя по всему, это лапа. Подожди-ка, это не повторка ли случайно? Так, новое. А здесь? Здесь была уже такая кость. Окей, значит, нам остается найти череп и еще ребро, да? И таз. Окей, поехали дальше. Пока у нас с тобой есть монетки, мы можем искать спокойненько. Не напрягайся абсолютно. Желательно, конечно, чтобы удачные у нас были поиски. По-моему, это новенькая косточка у нас, такой не было. Ага, вот, по-моему, и тазовая кость от этого динозаврика. Сейчас посмотрим. Нет, ребята, это не новая кость, а выглядела как будто новая. Так, ну все-таки все равно надо еще много чего искать, потому что всего 52% мы нашли. 52%, это очень мало, ничтожно мало, я бы сказал. Опа-на. Слушай, по-моему, такую кость мы уже находили. Может быть, хватит уже здесь травить меня одинаковыми костяшками. Дайте что-нибудь новое, в конце концов. Ай-яй-яй, я ничего не вижу. Вот-вот-вот-вот-вот, отлично. По-моему, это уже было. Что та кость, что это... Нет, это новая. А это было. Ну-ка посмотрим. Окей, 57%. Как же его тяжело искать, а? Серьезно тебе говорю. Поехали, будем продолжать. Вот, вот это уже новая кость. Это 100%. Так, это монетки. Неужели я нашел... Блин, я подумал, что это череп, но это нет. Это не череп. Какой череп? Это вообще, ребята, кости. Как-то они там немножко по-другому выглядят, чем здесь. Ну что же, неужели это стегозавр? Да нет, не может быть. 66% мы с тобой уже нашли. Поехали дальше на поиски. Почему у нас всего два ящика, а? Где эти ящики? Вот, вот это уже, по-моему, череп, да? Ну, похож, по крайней мере. Похож, но я не уверен. Вот это точно новая деталь. Так, давай посмотрим, как это все будет у нас выглядеть. Да, друзья мои, это череп. Ух ты, 76% нам совсем немножко с тобой остается, и мы соберем с тобой этого динозаврика. И почитаем, кто он такой.
Так, кость нашел. Ну, да где же еще-то? Ну, только лишь одну косточку нашел. Ну, ничего страшного. Тем более она не новенькая, к сожалению. А мне нужны новые кости. Дайте, пожалуйста, а? Будьте так добры ко мне. Ищем, ищем, ищем. Это уже было. Это уже было, я узнаю. А вот это, по-моему, новенькое что-то. А ну-ка. Да, это новенькое. А это было. Ну-ка. Ага, значит, здесь еще будут шипы. И вот здесь тоже будут. Окей, 80% мы уже с тобой насобирали. Деньги пока есть, продолжаем наши поиски. Ну, пожалуйста, ну дайте мне... Вот, тоже новая деталь. Я думаю, нам пригодится. А вот это было, по-моему. А ну-ка посмотрим. Так, это новенькое, а это было. Продолжаем собирать нашего динозаврика. И, скорее всего, это действительно стегозавр. Косточку, пожалуйста, будьте добры, дайте мне кости. Ох ты, смотри, что мы с тобой нашли. Вот этого у нас не было. Это новенькое. Это было. Так, это, по-моему, уже хвост, скорее всего. Давай проверим. Да. Остается всего лишь одна часть. Вот это, недостающая. Где же мне ее найти, а? Надеюсь, здесь она у нас выкопается. Что это у нас? Такое было. Это мне неинтересно. Ай-яй-яй. Вот. Скорее всего, вот это вот новенькое. Да, и вот как раз этой части нам и не хватало. Ну что же. Да ладно. 95%, видимо, здесь нужно еще найти нам вот эти вот пластины, да, которых нам не хватает. Это они? Как ты думаешь, они или нет? Я даже не знаю, что и сказать тебе. Так. Если это последние пластины, которые мы с собой нашли, то динозаврик у нас... Да, у нас будет собрат. Окей. Вот так вот. И смотрим, кто это у нас. Да, друзья мои, это стегозавр. Слушай, я очень-очень рад. Так, ну что же, у нас открывается с вами новые поиски. Что не может не рад... Ух, как красиво он смотрится здесь, а? Монетки. Дай-ка я соберу здесь. Потому что робот этот нам ни шиша не помогает. Приходится все равно все делать вручную. Ну что, давай перейдем тогда с тобой сюда и будем уже здесь искать динозавриков. Так, вначале нам нужно открыть с тобой постамент. Сколько он стоит? 6000. Ох, как дорого. Дорого, 6000. У нас остается всего лишь, ну, почти 8000. Ладно, построили, да? Довольные такие. Ну что же, а мы с тобой отправимся на поиски. И будем мы искать... Наверное, простенького динозаврика. 1500 он просит. Ничего себе, простенький динозавр. Ну, знаешь, в чем здесь легко нам найти его? Потому что здесь один слой земли. И он находится легко. Но карта, по-моему, увеличилась. Так, мы нашли с тобой какую-то маленькую кость. Две маленьких костяшки. И куда же это все у нас? Слушай, ну динозаврик, по ходу дела, какой-то будет... Небольших размеров. Давай искать. О, нашли ребра. Слушай, мне нужно сундук еще один купить. Как это сделать? Как сделать, чтобы мне дали еще один сундук? Кто-нибудь знает? Может быть, это где-то здесь делается? Нет, это улучшение. Может быть, вот тут? По-моему, нет. А здесь? Тут тоже нет. Хм, странно, я ведь помню, что где-то показывалось, что мы можем с тобой купить сундучок. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Ну, всего лишь две детальки найти, это проще простого сейчас стало для меня. Мне хотелось бы, чтобы мы могли с тобой найти 4, да? Ну, пускай даже 3. Но я не могу этого себе позволить. Ладно, пойдем тогда на дальнейшие с тобой поиски. А вот это интересно, что означает? А, я могу продать за 1500 монет. Но я этого делать не хочу.
Я лучше его соберу, потому что такого динозаврика у нас еще с тобой не было. Может быть, как-то тут? Нет? Погоди-ка, а вот здесь вот что? Нет, это мы уже с тобой видели. А это у нас... А, мы ускорили с тобой поиски, да? То есть быстрее бьем землю. Да ладно, все, нашли. Это, по-моему... Нет, это не череп. Хотя похож. Хм, какой-то странный такой динозаврик у нас получается. Всего лишь нашли 26%. Это мало. Это очень... Опа, кость. Сразу же так вот слету с тобой обнаружили. Но... Да не может быть такого. Только одну кость нашел. Новенькая. Слушай, мне кажется, что здесь... Да что ж это за динозавр такой? Смешной. Маленький и смешной. Кость. Вот такой не было кости. Это я тебе точно говорю. Давай вот так вот с тобой вокруг пробежимся. Блин, да что ж такое-то, а? По одной кости всего находим. Может быть, в этом вся сложность этого задания? Давай еще поищем с тобой. Так, скорость, наверное, уменьшим. Опачки, лапа. Это лапа. Ну вот, уже намного лучше. Две косточки мы с тобой нашли. Новенькая. И уже была. Ага, вот так он выглядит. Значит, вот здесь будет черепок, а здесь будет хвост, скорее всего. Монетки у нас с тобой заканчиваются. Вот что я тебе хочу сказать. А без монеток мы работать не сможем. Так, опять маленькая кость. По-моему, уже такая была у нас. Еще одна маленькая кость. Ну, посмотрим, нашли ли мы что-нибудь новенькое. Так, одна кость новенькая, а это уже была. 47, всего лишь 47%. Да что ж ты будешь делать, а? Дайте мне хотя бы сегодня найти еще одного динозаврика за сегодняшнюю серию. Я буду вам очень признателен. И мои, как говорится, туристы тоже будут признательны. Странно, ты посмотри, что происходит. Ее просто здесь нету, по ходу дела. Или она слишком-слишком маленькая? Так, ладно, 52%, мало. Денежек тоже мало, что же будем делать? Опять приглашать, естественно, туристов. Чтобы они посмотрели на наши раскопки и были довольными, да? Опа, вижу, вижу, вижу. Так, по-моему, такой лапы не было. Да, это новенькая. И вот это новенькая. Оу. Вот это хорошо, 63% денег мало. Я думаю, знаешь, что сделать нам? Сходить и пособирать монетки. Окей. Давай. Вот он этот, друзья мои, робот, который ползает и собирает монетки. Так, еще вот здесь с тобой заберем. Хм. Ну, 4500 мы с тобой насобирали. Мы можем позвать туристов. Я думаю, что надо это сделать обязательно. Они дадут нам небольшую прибавку. Автобус прибыл, и туристы сейчас побегут просто целой толпой. Ну, а у нас пока есть с тобой монетки, мы пойдем дальше искать вот этого самого динозаврика. Нет, не то я нажал. Вот сюда, конечно же. Продолжаем наши поиски. 63%. 1500 монет я отдаю, и мы начинаем искать. Что-то как-то не особо хорошо. Кость нашли, по-моему, была у нас такая. Да куда же вы ее запрятали-то, а? Вот объясни мне, пожалуйста, куда они могли запрятать? Вот ее нету, вот здесь, конечно, могла быть спрятанная, но, слава богу, это новая кость, такой не было. Так, мы собрали каркас. Теперь остается найти, наверное, лапы и череп. Череп — это самое главное, я так понимаю. Ох, еще у нас с тобой две попытки есть на поиски. Но, ну куда вы засунули-то, а? Ну серьезно. Где же эта кость, а? Маленькая косточка, да, по-моему, такая уже была. Неудачная находка, конечно. А, нет, новенькая, слушай. Ага, вот сюда поставили. Слушай, это разве лапа? Хм, по идее должна быть лапа, но как-то выглядит немножко странным образом это все. Давай еще искать. Погнали. Так, стегозавра мы с тобой сегодня нашли. Ага, вот это... Подожди-ка, это, по-моему, уже было.
А вот такой косточки точно не было, кажись. И это, по-моему, хвост у нас, да? Две новые кости. Окей. Хм. Вот так он выглядит, да, значит? Остается найти ему вот здесь лапу и череп. Так, еще одна попыточка у нас с тобой есть. Но я думаю, что... Вот она, недостающая лапа. И хвост, елки-палки, хвост у нас был. Мне нужен черепок. Ну, как это выглядит? Вау. Так, черепок осталось найти. У меня не хватает монет, пойдем пособираем, наверное. Я думаю, туристы здесь... Ох, смотри-ка, сколько они мне оставили тут. Оу, живем, друзья мои. По полной программе мы здесь с тобой будем жить. Почти 7000 монет, вот это я понимаю. Да? Помогли мне туристы. Ну, а мы продолжаем тогда с тобой искать. И я больше уверен, что сегодня мы найдем этого динозаврика. Надо, главное, верить. Так, косточка какая-то маленькая. Мне бы черепок найти. Вот он, по-моему, друзья, это череп. А ну-ка. Новая кость. И еще одна новая кость. А, нет, это не новая, ребята, это была у нас. Все, теперь, я так понимаю, нужно найти только лишь череп. Остальное все у нас уже собрато. Ну вот куда они его засунули. Ух ты. Смотри, какой череп здоровый. Хм. И что же это у нас получится за динозавр такой? Ты заметил, кстати, что стали давать здесь мало монет? Окей, соединяем. Комплит. Друзья мои, это у нас Пситокозаурус. Я, знаешь, такого и не слышал. Надо будет потом посмотреть фотографии, как он выглядит, да? Целиком, а не просто кости. Ну что, друзья мои, мы нашли этого динозаврика. То есть у нас с вами музей пополнился. И открывается еще одна дополнительная миссия. Ну, для того, чтобы к ней приступить, нам нужно с тобой сделать постамент, который стоит 9000 монет. Слушай, ну это вообще не дешево. 9000 монет. Это только чтобы открыть, а еще не забывая, нам на поиски нужны с тобой финансы. Не хватило, да? 7500 у нас. Это нужно, конечно же, еще ждать определенное количество времени. Ну, я думаю, друзья мои, что мы с вами продолжим поиски уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.